большой. Вот сколько капустниц здесь завелось. Вон она летит. А ну-ка, держись, капустница. Полетели. Какая красивая. Смотри, какая красивая. Я букет буду из таких же цветов разных делать. Я для мамы букет сделаю. Собирайте букеты. Мы пока туда пойдем. Сережа маму на экскурсию привел. Рассказывает ей, где чего посажено, посеяно. Где какой сорт. Как чего должно быть. Слушай, ну очень даже хорошо пока что. Вот туда-то смотреть прям шикарно. Ну чё, сухая? Метров 6. Уже, да? А дальше? Ну дальше влага еще более-менее. Ну слава богу. Ну надо права, все равно суховато уже. Песок же. Нет, ну она, конечно, терпит, но не сильно. Чё, никак не выдернешь? Глубоко посеяли, хорошо. Поэтому кустица, вот они дополнительные кустицы. Ну дергай, дергай. Сейчас я выпью. Ой, я птички. Должен семечко выпить. А птички как поют. Не взял опять. Ножик-то там в машине. А семечку ты. А семечко разве не выходит наружу? Ты говоришь семечку. Как она поет наружу? Любая семечка выходит. Раз, два, три. Куст. Угу. Вот сейчас нужна земля. Дождь. Прям вот сейчас нужен. Пока есть, не повод, а не желтый уже. Есть. Вот эти вторые дополнительные стебли, они. А там рут, если дождей не но будет. Солнце вот прямо жжет будет. Спину не через что-то. Этот жжет через халат. Что у нас с числом-то сегодня? А, 13. А это ячмень. Да. Вот, вон. Там-то да. Вон поярче ячмень. Кого они ечат? Ну а здесь все сухо. То есть про проплешины. Где-то есть трава, где-то нету, но сухо, конечно, очень сухо. Очень сухо. Она вылетит! Ничего не вылетит. Никто не вылетит. Прикрой окно. Жарко. Мне не жарко. Тебе то открой окно, то прикрой окно. Ой, на голове так. Спасибо. Раз. Ну, неделя-то как раз ей. Да. Хороший покос. Нарос. Вон там поле мы сейчас смотрели наше. Вот туда смотришь, да? Вон, а под ноги посмотришь. Ё-моё! Ну и травы-то здесь нет. Тоже такие вот проплешины, но в этом году хотя бы получше. Очень даже получше. Мы туда пойдем. Сережа туда побежал. Мы пойдем туда посмотрим. Клевер какой здоровый. Аж рассыпался.
клубничка цветет. Вон ее сколько. Вот наши коровы объедятся. Клубники. О, вон она еще. Здесь хорошо. Неделю и можно косить. Потому что вот это вот она сейчас мне... Ой, комары, комары. Караул, караул, комары. Все, дальше не пойду. Сожрут. Пыль под... Я хочу выйти, цветы пособирать. Не надо ничего сейчас собирать. Саша, Сережа придет уже, мам, папа. Маленькое такое завихрение. Не знаю, будет видно, нет. Я обычно показываю, никогда его не видно. Вот оно пошло, 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 пошло. Раз. И развеялось. Все так пожелтело. Все такое красивое стало. Вообще просто. Такие краски яркие. На небе тучки ходят. Какой день ходят, а дождя все нет. Как нам надо дождичка вот сейчас. А не тогда, когда сено косить. Ну вот не все они траву выгрызли, конечно. Вот что здесь. Ну вообще почистили знатненько. Сейчас этот переставим. Ну здесь вообще прям хорошо. Сейчас этот переставим, а потом очередь уже до этого пойдет. Надо посмотреть, что там. Есть что погрызть-то. Пусть грызут уж. Но эти-то они не едят кустарник почему-то. Ну, лопухи хотя они ели. Они зажраты еще. Поэтому еще день постоит. Так, что, давай-ка говори, что делать. То есть ты потянь. Ну и тут опять переставлять. Он вот его спустил с крючков, да, вот он за одну ветку тянет, сейчас вы видели. И будет уже туда наматывать, проходить. А потом вторую намотаем, потому что его мало, он короткий на тот участок, который мы оградили. Обычно, конечно, он вот с этих не спускает, но тут он как-то по-новому. Нет, мы не сматывали. Это очень долго, очень сложно. Мы первое время сматывали на бобину. Да ну его нафиг. Мы вот так вот придумали. Вот он там тянет, а я вот здесь вот слежу. Вот она сейчас уже пошла, смотрите. Все. И моя задача вот сейчас вот за ним идти. И я вам покажу, что там потом получилось. Вот побежала, побежала. И я за ним. Бегом, 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 бегом. А там далеко. Сейчас я вам покажу, куда. Вот перетаскиваем вон туда, далеко за этими коровами. Задача вот с этих зацепившихся кустов отцеплять. Сейчас вот здесь вот хорошо он будет. Лучше мы... Ой-ой. Вот так побежим. Бегом, бегом. Вообще все чисто подожрали. Вообще красотища. Вот мы второй год не боялись... Нет, в этом году не боялись пожары. Потому что вот это вот все мы объедали. А тоже был бурьян, вот он с голову, когда мы горели тогда. Чуть не погорели. Ой, убежал. Эти вот облака,
поднимались из-за леса. Я первый раз видела это. Такое ощущение, что там из-за леса что-то горит. Они просто из-за леса поднимались. Сережа отматывает лишнюю катушку с того пастуха. Сюда нам, видите, немножко не хватило. Сейчас продлим. Тут же накосячили. Вот эту девочку надо было оставить в сарае, чтобы ее перевести туда, вот туда, туда, к маленьким. А сейчас ее по ней не поймаешь. Да, теперь что-то цепь увидела. Что-то поняла, что тут замышляю. Выходит. Идите, идите. Молодец. Давайте следующий. Стучи этим. Стучи, стучи. Этим стучи. Ну, они уже это пробуют. Вот они. Да так, еще двоих. Давайте. Ты поставь сюда, поставь. Но не пока. Сейчас я попробую чуть-чуть подогнать. Да, Иртыш что-то совсем. Ну залезай, ёкарный бабай. Залезай туда. Пролезай быстро. Тут правильно, через гвоздь надо прям на этот. Нормально, нельзя было пролезть. Давай последний. Иди! Иди туда! Иди! Давай, переходи! Давай! Ну! Умница! Молодцы! Прямо идем! О, да! Ведро надо убить. Ну, я пока стою, иди за этой, за кормушкой-то. Да они... Можно закрывать этот, включать меня. Им не до зерна, им интересно посмотреть, трава там какая. Так, пятеро. А, закрыть, чтоб... Почему закрыть-то? Как я иду на землю? А-а-а. Палочку надо. Ай-яй. Ай-яй. Сильно. Ну все, ладно, вы оставайтесь. Я пойду посмотрю. Все, я домой, да? Затучивает понемногу. Обещали вроде сегодня в 7 часов, но небольшой. Ой, нам бы дождичка, ну пожалуйста. Эти знакомятся, дерутся друг с дружкой. Ну, тоже ничего, привыкнет она здесь. Ой, вон они как. Ой, ничего себе, они знакомятся как. Ну, это-то явно постарше. Это зимние. А то, ну, месяца два у них, наверное, разница. Этот-то вообще малый. Вот у них один и отец. Видно сразу, да? Одинаковые.
Все, оживите. Потом будете. Ну, Гранте, конечно, не сильно нравится такое, наверное, соседство. Она была старше. А теперь у нее вот пришла тут. Дерется. Знаете, переноска шлангов. Они все длинные. Перетаскивание. То они лежали вот так. Вот там поилка была. А теперь поилка будет там. Как раз вот там помидорки мои будут. Мне, наверное, будет неплохо. Если она будет проходить как раз. А? Хорошо, укроп надо. И как он замороженный был, мне понравилось. Нет. Вот теперь все. Все, все тащи. А новый-то где шланг? А, там он. Ой, как туча шустро, хорошо идет. Да прям. Давай, родная, к нам, давай.